Приветствую вас на своем канале. Сегодня сушим персики как мармеладки. И персики разделяем пополам. Убираем косточку. И очищаем от шкурки. Выбираем персики, которые не мягкие, а плотные. Персики почистили, косточки выбрасываем, а шкурочку оставляем. Нам она еще пригодится. Персики отпускаем в кипящую воду и варим 5 минут. Достаем персики и кладем в холодную воду. Остужаем. Вот так выглядят персики. А сейчас приготовим сироп. В кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, ванильный сахар, лимонную кислоту и шкурочку от персика. Ставим на огонь вариться. Вот
только закипит сироп, варим 5 минут. Убираем шкурочку и отпускаем сюда персики. Как только закипит, уменьшаем огонь и варим 10 минут. Выключаем, накрываем тарелкой и даем полностью остыть. Ставим еще раз на огонь, доводим до кипения, кипятим пару минут и выключаем. Выключаем и оставляем до полного остывания. Я оставлю на всю ночь. Достаем персики и даем стечь. Персики выкладываем на поднос. Вот так. Сушить буду на улице, потому что у нас очень жарко. Открываю марлей, чтобы пчелы не ели. Каждый день переворачиваем, чтобы равномерно сохло. Персики. Такое сегодня 5-й день, персики высохли. Персики храню в таких пакетиках. Перекладываю и убираю в морозилку. Из 3 килограмм персиков у нас получилось 675 грамм. Ну, 5 грамм убираем в пакет. 675 грамм. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита. И до новых встреч!